Целую античную усадьбу обнаружили археологи на месте стройки по улице Ленина. По словам научных сотрудников музея, находка для Анапы оказалась уникальной. Чем она уникальна? Значит, вещи, которые первые стали им попадаться при расчистке кладок, это были фрагменты ионийской, северо-ионийской расписной керамики, которые датируются концом 7-го, начало 6 века до нашей эры. Можно сказать, что это уникальные находки для нашей территории, так как у нас самый ранний фрагмент посуды античной датируется 6 веком до нашей эры. Одна из самых ценных находок – фрагмент керамической посуды. Как рассказали специалисты, судя по рисунку, эта тарелка была сделана не на территории нынешней Анапы. Скорее всего, ее привезли переселенцы. Здесь мы видим морда льва в профиль. Первая расписная керамика – было прежде всего там изображение животных, птиц, геометрический узор, солярные символы. Здесь мы видим, вот мы видим солнышко, изображение, крест. Это самая ранняя символика. Позже, уже в 5 веке, в 4 веке до нашей эры, начинают изображать людей, богов. А первая посуда – это изображение животных. По словам специалистов, характер рисунка указывает на то, что эта тарелка сувенирная, служила украшением дома. Всего археологи передали в фонд музея порядка 400 экспонатов. В начале следующего месяца планируется передача еще нескольких сотен артефактов. На реставрации находятся древние амфоры и бронзовые монеты той эпохи. В скором будущем они пополнят коллекцию музея.